Под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи проходят десятки ярких мероприятий. Свой праздник молодежь города на этот раз решила организовать в новом формате, массово и разносторонне. На первой локации, главной площади города над Бугом, с самого утра внимание прохожих притягивала к себе выставка ретро-автомобилей, а также железных участников джип-триала. У нас есть здесь что показать. Вы видите, сколько здесь людей, достаточно много. Мне кажется, что такими мероприятиями, не на словах, а на деле, мы реально молодежь привлечем к тому, чтобы она участвовала во всем, что придумают и Белорусский республиканский союз молодежи, и общественные объединения, которые здесь представлены. В преддверии нашего фестиваля, третий международный фестиваль состоится в следующие выходные, пятница, суббота, воскресенье, и мы к нему очень хорошо подготовились, поэтому и решили придать краски этому мероприятию, Дню молодежи, и прежде всего, ну и себе сделать какую-то рекламу, чтобы люди пришли, оторвались на этом мероприятии. Три дня свободы, драйва, активного отдыха. Все могут поучаствовать, даже люди, которые не имеют внедорожника. По-настоящему масштабный праздник получился и на набережной Франциска Скорины. Выступление лучших творческих коллективов Бреста. Многочисленные конкурсы, награждение лучших активистов объединения. Битва диджеев. День молодежи образца 2018-го прошел широко и с размахом. Кроме того, можно было поучаствовать в благотворительном розыгрыше велосипеда. Собранные средства пошли на помощь 9-летней Дарье Сержан, страдающей тяжелым заболеванием. В рамках нашего фестиваля мы решили сделать доброе дело, разыграть велосипед, но не просто его разыграть, а с благотворительной целью. Мы собираем сегодня денежку на лечение Дарьи Сержан. Мы решили это сделать для того, чтобы показать, что самое главное – это не просто инициатива молодежи, а она должна быть доброй. Миссия – привлечь как можно больше брещан ко Дню молодежи – выполнена. На празднике можно было увидеть не только юношей и девушек, но и представителей элегантного возраста. А это, кажется, самое лучшее доказательство того, что цифры возраста лишь в паспорте. Главное – сохранить молодость души. Несмотря на ненастную погоду, городской фестиваль «Молодежь зажигает» собрал более 2000 людей – активных, энергичных, целеустремленных и очень коммуникабельных. Представители молодежи должны быть активные, коммуникабельные. У них должен быть интерес к чему-либо. Молодежь, которая участвует, не сидит дома в компьютере, участвует в мероприятиях, помогает. У меня тоже друзей много по всей республике. В лагеря часто езжу, ну, как бы в Зубрёнок тот же. Ну вот в основном брестскую молодежь выделяют как, ну, самую такую активную, серьезную. Тот же парламент молодежный областной. Такого не в каждой области есть. По-моему, в Минске только и в нашей. Но брестская молодежь, ну, всегда занимает места призовые. Брестская молодежь самая лучшая. Виктория Саченко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.